Ну, поехали. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу пройти на направление с материалом дела. А вы сотрудник ФССП? Да. У вас форма другая? Потому что стажируют. Бывает. Так, я хочу пройти мимо рамки этим ручным металлодетектором. Вы знаете, он здесь, смотри. Чего вы палите контору-то, ё-моё? Тут стажер стоит, ё-моё. Ну вы даете. Я вам что, неприятен? А? Я вам что, неприятен? Нет, никаких это переходов на личности не было. Не надо. Здравствуйте, министр Калмыя, на 13. Я к вам уважительно отношусь. Канцелярий. Так, подай на 13. Что, мимо рамки нельзя? Ручным досмотром? Ручным досмотром, досмотрите. У вас какие-то проблемы? А? Симулятор есть, кардио? Нет, у вас рамка, я считаю, но это вред здоровью приносит. У нас рамка вред здоровью приносит? Да. Вроде ВОЗ как говорит обратное. Кто говорит? ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Серьезно? Серьезно. Сертификат покажите. Я должен вам показывать сертификат ВОЗ. Пожалуйста, можно мне Здравствуйте. Пройти? Здравствуйте. Тергачев. Тергачев, да. Да. Номер есть, все нормально. Я заказание требую. Да? Маша, через рамку. Я хочу пройти мимо рамки. Не, никак нет, вы же понимаете. Вообще никак? Никак нет. Ну, это же добровольный проход. Никак нет. Под принуждением, под вашу ответственность. Я серьезно, и удовольствие при этом доставляет. Классно, да? Над людьми. Команду. Здравствуйте. Данные помните или опять все показывать надо? Да. Хочу без документов пройти, хочу без маски. Че, без маски вообще никак? Так у вас сотрудники сами без маски ходят. Короче, мне сутки не знаю. Безубродный мин. Угу. Не дам. Мы же обязаны. Чего без... Все доброго, до свидания. Убедиться в достоверности. Пожалуйста, убеждайте. Так, вы его держите. Держу. И... Как не вижу. Вы не придете. Чего у вас каждый день новые правила, а? Чего вы начинаете? Не, а что? Я всегда проходил вот так вот, в руках держал. Не знаю. Ну вот же номер есть, в чем проблема? Давайте документы, я запишу его, пройдем. Вот он, пожалуйста, возьмите. Вот. Вот, все. Видите, держите. Он у вас в руках. Он у вас в руках. Вы не выполняете требования судебного приста, вы не пройдете здание. Какие именно? Передать документ, надеть маску. Передать документ каким этим? Нормативным правовым актом регламентируется. 118 федеральным законом. Ознакомьте, пожалуйста. Где там написано, что я обязан передать. Я вам показываю. Предъявить написано. Предъявить. Вот я вам предъявляю. Вы знаете, как осуществляется проверка документов, нет, граждане? Данные есть, есть. Записывайте, пожалуйста. Что у вас, команда поиздеваться над людьми поступила или что? А у вас? Сейчас. У меня же рука занята, я не могу одну руку. Надевайте маску, я вас... Наоборот, никак? Здание, сюда находится. Так вы же уже начали записывать. Запишите, я одену. Светите, ну, под принуждением, под вашу ответственность. Это из какой-то организации, да? Мы-то? Ну, вы же. Я похож на какую-то организацию? Очень сильно. Да? Да. Какую? А их сейчас куча, понимаете? Да? Типа сект всяких, да? Ну, что-то типа, да. Ну, ясно. У вас предрассудки. Наверное, из телевизора. Я телевизор не смотрю. Да? И вам еще видно. А откуда вы знаете, что столько организаций? Можно пройти? Благодарю вас. Как вы сказали? Антон Николаевич. Антон Николаевич, не знаю, я в 105-й кабинет. Ну вот, видите, оказывается, не надо давать паспорт.
Не надо же давать паспорт в руки. Ну как надо? Ну как попущение? Никогда не давал, а тут надо. Я не давал вам. Хорошо. А? Я вам не делал послабления. Никогда. Нет, раньше делали, а сейчас что вы ужесточились-то? Почему ужесточился? Я не считаю это послабление. Я никогда нигде, даже судье, ни в полиции, нигде не давал в руки паспорт. В руках держал, пожалуйста, смотрите, ознакомляются. Проходим. Благодарствую. Здравствуйте. Сопровождающий? Не надо, пожалуйста. У меня доверенность. Выходите, да, заявление писал один. Выходите, пожалуйста. Кость, подожди в коридоре. Здравствуйте. Здравствуйте, я здоровый сижу. Ну, я не помню. Я про себя не помню. Здоровался ли я. Что до вас не дозвонится 5 дней? Звони. 338 же у вас, да, номер? Угу. 5 дней невозможно дозвониться. А вчера же дозвонились. Просто 5. Я 2 дня отгула брала, мне не было на 38. И здесь никого не было? Да. Ничего себе. Почему? Ну, на трубке никто нет. Должен же быть человек. А что, сами не позвонили? Материалы дела готовы для ознакомления. Просто вам перебили. Я хотела позвонить. Постеснялись? Нет, почему? Вас еще не вакцинировали? Принудительно. А потом чипировать. Не согласен, увольняйся. И все? И это вот прошитое дело называется, да? Это нормально вообще? Где печать, где нитки? Где роспись, где количество листов? Пишем, ознакомлен в полном объеме и получил... Дайте, пожалуйста, я еще не до конца ознакомился. Смотрю, страница-то вообще не указана. Кое-где. Особенно на последних. Листов. Ну да, вот. Страниц нет. Вообще не прошит. Даже ниток не вижу. То есть оно все скрепками скреплено, что ли? Ну да. Оно все скрепками. Интересно. А здесь нельзя написать вот на этом, на моем заявлении? Нет, нет, да. Почему? Вот здесь вот. А? На листочке, пожалуйста, вот здесь напишите. А это что? И вот ваше определение об отмене судебного приказа. Угу. А это 3 моих повторных... Ходатайство на ознакомление с материалами дела. Они все одинаковые, мы одно пишем. Шикарный ответ. Они не одинаковые, это раз. Они различаются абсолютно. И вы их, и согласно статусу в ГИЗ ЖКХ, ой, в этом, в ГАЗ правосудия, написано, что они приобщены к материалам дела, а по факту их тут нет. Это как так? Лена, сделал какой-то нарочный. Слушаю вас. Гинур. Здрасте. Да. Алло. Да, здравствуйте. Так что вы, почему отсутствует? Уже объяснила вам. Нет, вы трубки начали разговаривать. Я объяснила вам, что оно одно и то же. Оно не, они не одни и те же. Вы ошибаетесь. Ошибаюсь. Там даже и текст другой, и номера другие. В чем разница? Большая разница. Я вы их покажите. Разницу. Давайте посмотрим. Чем? Я их не увидела разницу. Не увидели? Нет. Ничего себе. Один вот так заполнен, другой вот так. Уже разница.
Вы ознакомились с материалами, вы получили определение об отмене. Ну, вы тем самым пытаетесь, как вам сказать, спрятать тот факт, что меня больше недели не ознакомили с материалами дела. И что и вы не реагировали на повторные. То есть всего было 4 ходатайства на ознакомление с материалом дела. Вы приобщили только одно. Это подмена фактов, по сути. Потому что в ГАЗ правосудия указано прямо статус «приобщено к материалам дела номер такой-то». А по факту нет. Разберемся. Вы знакомы с такой статьей, как «служебный подлог»? Разберемся. Вот разберитесь, пожалуйста. Пишите. Благодарствую. Без комментариев. Так, это себе забираю, да? Это вам. Так что, приобщите? Обязательно. Охотно верится. С учетом предыдущих действий. Благодарствую. По поводу организации. Посмотрите на Ютубе канал «Сургутнадзор 2». И вам станет все ясно. А это про Союз Советских Социалистических? Не-не-не. Я сам по себе. Я сам по себе. Четвертый вот. Вот 104-й вам, вот с правой стороны. Вот. Я ни в какой организации не состою и занимаюсь только правозащитой. Безоплатно тружусь во всеобщее благо. Ко мне люди обращаются, я им помогаю. И инвалидам, и простым людям, всем помогаю. А приставам помогаете? Конечно. А в плане чего? Можете помочь? Всего. Обращайтесь, помогу. Хорошо, обратимся. Телефон и все контакты указаны. Как еще раз сказать? Сургутнадзор на Ютубе. Ваши все в курсе. Мне просто, видать, вам это не рассказывают, чтобы вы специально думали, что мы из какой-то, в кавычках, организации. А мы занимаемся правозащитой, строго в соответствии с законодательством РФ, не нарушая ничего. Да, Сергей? Видите, они тоже не общаются. А что это? Кильжанов-то форму не забрал тогда. Форму Кильжанова кто теперь носит? Не подскажете? Ну, сами видите, то есть, это полнейший запрет на общение, на любое. Ладно, благодарствую. Всего хорошего. Ну и что там? Отменила, вот определение. А материалы смотрел? Да. Они 3 моих ходатайства на повторное ознакомление не приобщили. Я говорю, а почему? Она говорит... Они типа это, одинаковые. Я в смысле одинаковые? Там даже текст разный. Она, не одинаковый. Я говорю, так достань и посмотрим. Не. Вообще жесть. Так это они, ты что, их же предупредили. Я зашел, дело уже лежало на столе. Понятно. Полной боеготовностью. Тут с 9 утра.